Друг Мухтар? Мухтар! Местный Golden Palace какой-нибудь. Не понять, какой ресторан. Прочитать не могу. Да. Просто ресторан. Мягкие? Очень. Да. Обзор грузинской еды. Как-то на любителя все, если честно. Эти вот штучки какие-то, все на любителя. А из чего это все сделано? Вы помните, что это такое? То есть, ну, как-то так, да? Ну ты, блин, снимаешь объедки какие-то. С ними нормально что-нибудь. Согласен. Надо было сначала снимать. Не, ну я же снимаю после того, как попробовал. Хачапури тоже пока не очень-то впечатлило. Просто не Сейчас, я думаю, принесут шашлычок и будет уже поинтереснее. Очень красивые эти вот окна, витражи, как это назвать. Для Вики уже. И для тебя. Очень красивый. Очень красивый другой. Правый лев. Ну вот шашлычок, вот это другое дело, да? Да, вилки и ножи со всех сторон были бы уместны вообще. Давайте, забирайте. Все, погнали, вкусноту. А тут, по-моему, вот этот вот хвостик не съедается, да, он остается? Насколько я смотрел про грузь. Ну да, берешь, съедаешь, и он остается. Если мясо достать, остальное хорошо. А что, не шашлык в тесте? Нет. Это грибы под сыром. Сколько? Фитакс. Я уже телефон сделал.
я не знаю, что с тобой сделали. Вот с таким лицом. Я? Ай, а. Какой ракурс неплохой? И кто-нибудь там сзади, допустим. Блин, вот этот вид вообще классный. И старые домишки. Собак тоже классный. Мухтар. Которые ночью зажигаются, и 240 сенсоров. А мост мира называется, потому что вот эти лампочки показывают на морзовом алфавите гимн мира. А вот это здание высокое, недавно построили, это Билтмор отель, 6-звездовый. Построили арабские шейхи. Шесть звезд? А вот разве бывает шесть звезд? Дом юстиции. Тоже итальянский архитектор строит Фурсас. Вот эти две, как трубы, выглядят. Они должны быть галереей. Пока не закончены. Никто не знает, пока. Но думаю, что они хотят там. Очень красивые скалы. Прикольно, да? Ущелья такие всякие разные.
красота. И построили эту часть европейские архитекторы, французы, немцы. И очень интересные здания там, в югенд-стиле много там зданий. А вот эта грузинская церковь, Джварис Мама называется, а вот это Афьянская. И на этой улице есть еще католическая церковь, так что почти все конфессии. А если пойти на этой улице, уже часть Вифневская церковь там находится на левой стороне, немножко была, ну, нижняя и верхняя, там две церкви. И там поблизости этих церквей находится Зороастрическая церковь, Зороастрический храм, который в V веке. Фигурки? Да, из этого. Пазлы. 3D-пазлы. Может, зайдем на службу? Он очень старый, был найден в Западной Грузии на территории античного города Вани до нашей эры 7 век. И уже в то время у нас было вино и культура тамады. Это шартени. Окат мачуриса, джирида зелили диде, байсе азголот ацвидата миста. Накер битмерц ацвидата шурис миста. На громкой связи. Накер битмаз митанес бисата. Накер битмаз сам митадай мнита. Накер битмаз гоблитадам цгоблита. Накер битмаз знобитада орману. Макале амусуэс, витан намаматада дасэзэ дамбисэса. Спасибо.
Alisten, mir hat das Spaß. Ресторан и телевизионную башню, вроде как говорят. Субтитры сделал DimaTorzok.